Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как я буду делать маску из своих аквариумных растений. В одном из своих видео, предыдущих на канале SZ Family Intersection Australia, я показывала и рассказывала про волшебные свойства этого растения, которое убирает воспаление, убирает опухоли и много чего еще делает. Настоящее золото в аквариуме. Вот мой аквариум. Вот это золото в аквариуме. Сейчас мы его применим по интересному назначению. Ну что, попробуем? Особенно хорошо вот эти места под глазами. Должно быть лучше эффект. Только на мокрое в глаза попадает. Хорошо, что без косметики. Ну вот, долго я смывала эту маску, потому что эти мелкие-мелкие растения, они так прилипли к коже, что их пришлось долго-долго отмывать, по одному отлеплять. Это было долго. Вот, это, конечно, минус этой маски, но еще один минус, что у меня немножко покраснела кожа. Ну, наверное, потому что я долго маски не делала, я очень давно не делала маски, на самом деле. Как-то не было необходимости. Ну вот. И самое интересное, что я думаю, что если будет у кого-то сухая кожа, то лучше делать с медом, чтобы этого раздражения не было. С медом, мед он как бы успокаивает. И тогда получится как бы как раз баланс, то, что надо. Эффект вот этого вот самой маски плюс мед очень поможет. Вот, в принципе, результат меня устраивает. Мне интересно. Ну что, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. Еще сделаю ссылку на тот видеоролик, в котором я рассказываю про волшебные качества ряски этого растения.